подкаста, дорогие болельщики, дорогие друзья, дорогие подписчики моего канала, да и просто гости, которые случайно искали прогноз на матч Эвертон и наткнулись на мой видеоблог. Меня зовут Егор Дергачев, я настоятельно рекомендую всем вам подписаться на мой канал. Ну и, как вы уже поняли, сегодня мы с вами будем говорить про английскую премьер-лигу и про поединок Эвертон-Арсенал. Обе команды среди недели провели матчи Лиги Чемпионов, хотел бы я так, наверное, сказать, и футболисты и той, и другой команды явно тоже бы хотели играть в Лиге Чемпионов, но на самом деле играют они в Лиге Европы и играют с довольно-таки разными успехами. Эвертон проиграл у себя дома очередной матч, проиграл Лиону 1-2, ну а Арсенал разобрался со Славией из Праги. Сами понимаете, обе команды совершенно в разных настроениях подходят к этому матчу. Несмотря на то, что Арсенал удивил всех своих болельщиков, удивил негативно, проиграв Уотфорду в предыдущем туре на выезде, обиднейшее поражение, мне кажется, что именно Арсенал фаворит данного встречи, и именно победу Арсенала с коэффициентом 2.07 я вам предлагаю заиграть. Все-таки это очень и очень много, учитывая тот Эвертон, в котором состоянии находится сейчас команда. Посмотрите на Арсенал, присмотритесь к ставке, и мне кажется, что вы со мной согласитесь. А если вы со мной согласны, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте вступить в мою группу ВКонтакте и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании этого видео. Ну и, конечно же, в комментариях пишите ваши мысли и ваши прогнозы по поводу матча Эвертон-Арсенал. Farmer in the Dell.